Отпишись! Просто отпишись! Прекрати писать эти комментарии. Если тебя что-то тут не устраивает, просто отпишись! Хватит ебать мне мозги! Просто отпишись! Некоторые люди у меня спрашивают, зачем я делаю что-то помимо комиксов? Потому что хочу! Вы должны понять, что если я не выпускаю озвучку комикса, на это есть причины! Нет? Тогда чего ты ждешь? Отпишись! Просто отпишись! Да ты можешь! Просто отпишись! Если ты устал ждать длинные видосы от меня, иди к другим. Всем здорово! Спасибо, что досмотрели до этого момента, да? Забавно, что кто-то дожил. Ну да ладно. Тут мы ради комиксов, да, с вами собрались. Ну, что я могу сказать, в принципе? На моем канале будут выходить исключительно теперь длинные части комиксов. Если вы хотите смотреть комиксы каждый гребаный день, или что-то вроде того, и смотреть по 2 минуты где-то там часть, да, по 2-3 минуты, как другие выпускают, то идите к другим ютуберам, здесь этого больше не будет. Нет, 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 нет. Я буду выпускать только то, что я начал выпускать. И если там будет больше 10 минут, накопится очень много материала, я скину. И мы переведем этот материал, в частности, Underfell, потому что переводим мы его сами. Все это переводится, потом уже скидывается другим людям на озвучку, собирается вместе в один крутой видосик. Это делается не так уж и быстро, да? Ну, что я, как Underfell, короче, все комиксы, практически все комиксы, которые я брал на озвучку, они еще рисуются, да? Так что, когда они нарисуются, я не знаю, когда они нарисуются, не знаю, зачем вы у меня спрашиваете, когда ведь я сам этого не знаю. Хорошо? Да, да. То есть будет бессонница. Скорее всего, где-то раз в месяц будет часть бессонницы выходить. Может, раз в 1,5 месяца, зависит от скорости рисования комикса, на который я никак не влияю. Будет также выходить Underfell. Underlay рисуется очень долго, так что не знаю, когда он будет. То есть Next Tale — это вообще отдельный разговор, тоже рисуется очень медленно. Мы допереведем Playback Tale и выпустим его длинной частью, мы его переозвучим. Не помню то, что... Не думаю то, что кто-то из вас вообще помнит, что такое Playback Tale. Once again, не знаю, что буду делать с этим комиксом на самом-то деле. Наверное, тоже... Вряд ли буду переозвучивать, дозвучим его с тем же составом того же Папса. Позову Let's Doubler. Да, мы доведем этот комикс до конца, выпустим его, весь этот комикс одним длинным видосом, потому что вроде как то он не такой уж и длинный, да, перезальем. Что уж тут поделать? Вот. И то есть что? Что? За этот год, за 2017, я думаю, мы добьем все комиксы, которые мы начинали делать. И, возможно, появятся какие-то комиксы, которые будут новыми, интересными по Undertale, возможно, но их возьмет, наверное, другая какая-нибудь группа, добит. Те же LS Team, которые берут абсолютно все комиксы, после просмотров которых мне не хочется с этими комиксами работать. Извините, у меня вот такой вот странный мозг, мне не хочется работать с комиксами, если я вижу то, что их кто-то уже задабил, и такой, а, ну ладно, 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 люди этого и так уже увидели, зачем мне делать это лучше, если это уже меньше людей посмотрит. И мотивация, она такая штука нам. Короче, народ. За этот год мы додавим все, что начинали. Ну, если, конечно, не думаю, что вообще за этот год все комиксы, которые начали рисоваться, дорисуются, особенно Underfell, думаю, я не знаю, что с ним будет. Короче, ждите, пожалуйста, ждите, хватит писать когда. Я не знаю. От меня это в малой степени зависит. Наверное, от меня что-то зависело по поводу Сальфиса, который больше 1,5 года не выходил или что-то вроде того. Ну, мы его тоже сами переводим, это такая необязательная штука, так что мы там перевели и попробую скинуть сегодня все Альфис, попробуем, чтобы она все это озвучила, там парочку еще. А, нет, не 1,5 года, всего 4 месяца прошло, да, не так уж и плохо, так что... Народ, комиксы будут. Будут комиксы.
Будут. Пустите меня. Я пошел отсюда. Спасибо, что посмотрели этот спонтанный видео. Целую вас. Да. Я пошел. Не надо отписываться, я погорячился. Надо было выпустить пары и все такое, ну, вы понимаете. Да, я пошел страдать дичью. Никто лучше меня не знает, как все испортить.